Для счастья многого не надо. Порой достаточно лишь выходных. Как же провести эти дни, подскажет наша афиша и я, Юлия Север. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и от тебя уйду». Кто же не знает эту историю про Колобка? А что, если знакомая всем сказка рассказана на новый лад? Кого еще встретит Колобок на пути? Да поет ли он свою песенку? Вернется ли Колобок домой? Малыши об этом узнают 16 мая. Новые приключения Колобка на сцене театра кукол. Самарте. 17 мая классика. Постановка «Гамлет». Это история одного вывиха и одного костоправа. Гамлет обнаруживает уродство мира. Гамлет вылазит из скорлупы ореха. Гамлет берет на себя труд и бремя вправить миру суставы. Горько, что он не понимает. При этом он до основания вывихнет себя. Горько. Да, но сегодня еще и смешно. Не пропустите в это воскресенье. Актеры театра «Самарская площадь» приглашают своих зрителей посетить планету. Автор пьесы Евгений Гришковец. Представление не нуждается. «Планета» в Самаре была поставлена впервые. Ее премьера прошла при полном аншлаге. Вечная тема о поисках любви рассказывается со сцены очень доверительно, интимно, делая зрителя непосредственными участниками самого действия. И это все на сегодня. Верю, что наша афиша поможет вам ярко провести выходные. Солнечного вам настроения. Пока!